Как включить монитор? Как запустить монитор? Системный блок включен и работает, но монитор не выводит изображение. С правого нижнего угла есть кнопки, на которые нужно нажать, чтобы монитор включился. Пробуем включить крайнюю кнопку. Нажал, но никакой индикации нету. Монитор не включился. Как включить монитор? Нажимаем следующую кнопку. И продолжаем нажимать все кнопки, чтобы включить монитор. Монитор не запустился. В этом случае разворачиваем монитор и смотрим с обратной стороны монитора. Кабель питания был отключен. Может быть, этот кабель питания просто выпал. Его нужно подключить в разъем. Не забудьте проверить кабель, который подключен между системным блоком и монитором. Может быть, этот кабель тоже выпал. Либо проверьте с самого системного блока с обратной стороны. Повторно нажмем крайнюю кнопку. В этот раз монитор включается, есть изображение. Монитор включился. Есть изображение на мониторе.